Привет! В этом видео мы сравним два топовых складных устройства от компании Samsung Galaxy Z Fold 5 с новым Galaxy Z Fold 6. Поехали! Дизайн и корпус. Galaxy Z Fold 6 стал заметно тоньше предыдущей модели и на целых 14 грамм легче. Обновили и шарнирную конструкцию, которая позволяет устройству не только так же плотно закрываться без каких-либо зазоров и позволяет сделать устройство не просто тоньше, но и выемку посередине внутреннего дисплея сделали еще менее заметной. В Galaxy Z Fold 6 улучшили стандартную защиту до IP48, защитив его не только от воды, но и от небольших частиц. Прочность корпуса в новом Galaxy Z Fold 6 была увеличена за счет усиленного шарнирного механизма и увеличенной прочности дисплея в области изгиба. Оба смартфона оснащены внешними динамиком OLED 2X адаптивными 120-герцовыми дисплеями, но в новой модели внешний дисплей стал больше — 6,3 дюйма вместо 6,2 дюймов. На первый взгляд немного, но делает использование внешнего дисплея Galaxy Z Fold 6 более комфортным. Внутренняя динамика OLED 2X дисплей тоже адаптивная на 120 Гц, но в новой версии он стал гораздо ярче — целых 2600 нит, пиковой яркости в отличие от предыдущей версии на 1750 нит. Основные отличия между Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Fold 6 скрываются не только снаружи, хоть и видно, что новенькая модель стала выглядеть интереснее, но и внутри много чего изменилось. Новый флагман оснащен самым мощным на сегодняшний день чипсетом от компании Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, в то время как у Galaxy Z Fold 5 стоит модель прошлого года Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Новый процессор добавил не только скорости и мощности при работе, но и помогает более эффективно экономить заряд аккумулятора, емкость которых у обоих моделей 4400 мАч. Но благодаря более эффективному процессору и увеличенной испарительной камере более чем в полтора раза, Galaxy Z Fold 6 будет держать заряд дольше. Также оба смартфона имеют 12 гигов оперативной памяти, поддерживают технологию RAM+, а варианты встроенной памяти 256 гигов, 512 гигов и 1 терабайт. И оба смартфона поддерживают электронное перо S Pen, которое помимо привычных функций теперь еще и помогает в генерации картинок при помощи Galaxy AI. Камеры. Смартфоны оснащены тремя основными модулями. Но, честно говоря, то, как это выглядит на Galaxy Z Fold 6, мне нравится больше. 50-мегапиксельный основной модуль, 12-мегапиксельный ультраширокоугольный и 10-мегапиксельный телеобъектив. Фронтальная камера во внешнем дисплее на 10 мегапикселей, а встроенная во внутренний дисплей на 4 мегапикселя. Samsung Galaxy Z Fold 6 стал удобнее, тоньше, внешний дисплей стал больше, что очень удобно при использовании. А Galaxy AI как будто бы создан для работы именно с этим смартфоном, так же как и режим Flex. Это когда его можно использовать в полуразложенном состоянии для просмотра контента, видеозвонках, съемки видео и других различных сценариях. Новый Galaxy Z Fold 6 ощущается реально по-новому. Компактный, строгий, функциональный и статусный смартфон для тех, кто ценит комфорт и свое время. А на этом все. Отличного тебе настроения и пока-пока.